Вы находитесь в Стокгольме, господа, и посмотрите, вон там какая-то ратуша, наверное, или что это. Даже не знаю. Сейчас я вам все расскажу. Мы долго плутали, мерзли в центре, а потом решили пойти в район, который называется... Подскажи, как называется? Садермаум. Вот, мы погуляли-погуляли, потом погуляли по городу. Ой, как-то я сегодня не могу. Не могу. Sit on your arm and eat. Сейчас увидела там один отличненький мостик возле черной крыши. А мы и двинемся к нему в ближайшее время. Я решила так.